вами сразу после матча. Александр Владимирович, трудно, наверное, какие-то оценки давать. Ну, показалось, что команда немножко не в тонусе. Вот игры с Майкопом 3 дня назад не хватило для того, чтобы вот девочки вернулись в какой-то вот соревновательный ритм? Нет, к сожалению, не хватило. То, что игровой практики не было. Последний раз мы сыграли в Испании. Это было 24-23 ноября. Конечно, больше игровой практики у нас не было. Молодые девочки были задействованы вот, в высшей лиге. Вот они где-то более-менее еще в тонусе. А старшие, те, кто не играл, конечно, набирать. Ну, с одной стороны, может быть, хорошо. То, что сыграли с Майкопом сейчас, можно так сказать, потренировались в боевой обстановке с Ростовом. У нас 28 декабря ответственная игра домашняя с Ладой, которую мы не можем дома уже 2 года победить. Поэтому будем стараться. В связи с этим сегодня дали отдохнуть. Не то, что отдохнуть, а поберегли Оксану Королеву, то, что у нее немного колено воспалилось. Вот. И мало дали игрового времени Кате Марениковой, только что вернувшейся из чемпионата мира. Естественно, она с такой усталостью где-то. Вот. А так, в общем-то, дали молодежи поиграть больше. Ну, в общем-то, я думаю, в такой ситуации и правильно. Количество потерь, таких необоснованных собственных потерь, это от авторитета соперника? От чего они были в большей степени? Ну, я думаю, во-первых, молодежь у нас немножко, особенно в первом тайме, стушевалась. То, что все-таки Ростов-Дон – это Ростов-Дон. То, что, не знаю, это надо, наверное, прививать. Со временем придет. То, что не бояться никакого соперника. Я думаю, молодежи. У нашей молодежи все впереди, и вот такого как бы, ну, не знаю, нельзя сказать, что раболепия такого перед игроками. Ну, немножко, может быть, сверхуважение к игрокам соперника. Поэтому немного, я думаю, что побаивались, поэтому и потери такие. Кого-нибудь из девчонок с позитивной точки зрения своих выделите? Ну, неплохо, я скажу, сыграла Креманцева, неплохую игру провела. Она как бы все время сидит за спиной у Кати Мареникова. Здесь достойно. Ну, я считаю, что довольно-таки достойно сыграла. Ну, и Ира Антонова неплохо. Хотя 2 ошибочки такие были, не обязательно. Ну, а так в целом ровно провела. Нормально матч. Спасибо большое. Удачи в ближайших играх. Это был Александр.